кстати, похвастаюсь вам, мне удалось буквально пару дней назад при встрече с Морио Хигаоной, с моим сенсеем, подарить ему нашу макивару МБШ-2, которая уже доведенная до ума. Он очень такой осторожный человек, он все посмотрел, он долго вертел в руках, он спрашивал, что, зачем, почему, как она крепится. Потом дал поручение своему сэмпаю, он ее забрал, значит, и сказал, что закрепит ее в зале на Окинаве, в том знаменитом зале, где я снимал многие свои фильмы. В следующем году я планирую ехать на Окинаву и привезу туда еще и камертон. И закрепли его сам. Ему макивара понравилась, ему понравилась сама идея, что ее можно транспортировать, и качество исполнения он прям так похвалил, причем это была не дежурная похвала, потому что я, в принципе, давно с ним общаюсь и знаю, как он реагирует на разные вещи. Все, что связано с карате, он очень так анализирует, смотрит. В этот раз забрал у меня Явару, потому что ему понравилось, как я работал с Яварой. Он посмотрел, мячик ему подарил для пальцев. И он со всем этим тренируется. Дома я у него видел даже вот Captain of Crush, Эспандера. Он даже ими тренируется, тренировочно я видел у него, он работает с ним. То есть ему 76 лет, в фантастической форме. Мне было очень приятно, что он оценил вот так вот как-то наш труд. Так что вот так вот, друзья, занимайтесь на макиваре, будьте сильными. Спасибо.